что я хочу в этом году? Девочки, подсказки. Да, что я хочу в этом году сделать, получить, посетить, знать? И ваш вариант. Что я хочу в этом году получить? На основании вот того образа, который вы нарисовали, вы можете здесь расписать. Именно в этом году, да? Вы, смотрите, мы делали колесо. Помните колесо? В колесе мы на год расписывали, какой вы должны быть в каждой из этих областей через год. То есть там конкретика шла. А теперь, вот, допустим, финансы, да? Что я хочу получить по финансам в следующем году, через год? Вы смотрите, какой вы будете, ваш образ через год, и пишете, вот мне нужен такой-то уровень дохода, мой час должен стоить столько-то, я должна заниматься вот такой-то профессией, так далее, так далее. Допустим, если это девочки из сетевой компании, да, у нас здесь много учатся, то какое количество людей я должна зарегистрировать и так далее, мастер-классов провести, не знаю, там, технологии вашей работы и так далее, и так далее. То есть конкретика, понимаете? Вот эту конкретику лучше всего сделать наедине, когда вы будете в спокойствии, и расписать, посетить. Допустим, хобби. Вы хотите хобби какое-то у вас. Посетить несколько стран. Какие страны? Записали. Когда? Записали. В течение года. И ваши варианты. Каждая двигается в своем темпе. Но я доношу до вас мысль, чтобы вы получили результаты от этого курса, вам нужно сделать все, что я здесь говорю. Да? Причем так, смотрите, девушки, не вот жестко все, вот это я сказала, вот это я сказала, вот то, что, с чем согласуется ваша душа. Вот если вы чувствуете, что вам это нужно сделать, да, только не ум, а душа. Потому что ум вам расскажет, что лучше полежи и съешь этот бутербродик, вместо того, чтобы поставить себе за задачу по здоровью какую-то. Вот то, что лежит на вашей душе, вы должны это делать. Я надеюсь, что ваша совесть, ваше сознание будет вам подсказывать, что вам делать, а что вам не делать. Да? Будьте искренними не со мной, а будьте искренними, пожалуйста, с собой. Самое главное дело года. Какое в этом году вы планируете самое главное дело? Вот я когда пишу свое, самое главное дело, это совершенно не согласуется с моей личностью и теми планами, которые должны были быть, по большому счету, вот мне, ну, гармоничными со мной сочетались бы. Поэтому не бойтесь быть нестандартными для себя, никто же не проверяет.